Всем привет, с вами я, Александр Сычков. И я бы хотел сегодня открыть кейс. Но, ребята, это будут необычные кейсы, потому что это кейсы в CSGO. И нам сегодня, возможно, что-то выпадет крутое, я точнее не знаю. Ну, давайте все-таки уже начинать, ребята. Так, давайте уже начнем. У нас тут подскочалось немного. Я на паузу ставил просто. Ну что ж, ребята, давайте. Нам выпадает USPS. Страж, ребята. Вот это ничего, сейчас еще раз попробуем. И нам выпадает P90, треугольник, ребята. Ну, не очень такое уж крутое оружие, но как бы такое. И давайте еще раз. Сейчас он сейчас выпадет. Давай, давай, давай. Оу. UMP-45, капрал. Супер, еще раз. Так, давай. Чем крутое выпадет. Так, TH9, песчаная буря. Ну, так себе, но нормально, ребят. Норм так. Так. И в пятом кейсе нам выпадает МАК-7. Круто. Так, следующий кейс. И в следующем кейсе нам выпадает Safe Off. Ну, нормально. Так, у нас вот еще один кейс остался. Ну что ж, давай. Yes! Давай! Yes! Охренеть! Охренеть, ребят! Да ладно, ребята! Да ладно! Это штык-нож волны, охренеть! Охренеть, ребята. Охренеть. Это супер, ребят. Это просто охрененно. Просто, ребят, вы бы его видели, ребят. О, вообще супер. Ребят, это мне он так нравится, офигенно просто. Вообще такой крутой. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Ну и не забывайте ставить лайки за то, что у меня выпали волны. А цену, конечно, я не знаю, потому что она в долларах. И смотреть на Steam я сейчас не буду, ну ладно. Короче, всем пока.